Осенний день благоустройства объединил добровольцев поработать во благо чистоты в населенных пунктах нашего района. По официальным данным чиновников, убирать территории госучреждений, скверов, улиц и дворов вышли около 8 тысяч человек. В основном это сотрудники бюджетных организаций. Население, не попадающее в эту категорию граждан, участие в мероприятии почти не принимало. Мы попытались выяснить, сколько еще просуществует традиция советских субботников и есть ли в ней сегодня такая необходимость. Сейчас все будут распределены на участки. Значит, когда вы свой участок заканчиваете, не бросайте грабли и перчатки, а помогите товарищам. Значит, уходим, когда будут все наши участки убраны. Заранее большое спасибо за работу. Ура! Раньше всех на работу вышли сотрудники районной администрации. Дисциплина в рядах государственных служащих ценится превыше всего, поэтому и на работу в выходной, как на праздник. Уже много лет подряд труженики различных отделов этого правительственного учреждения убирают сквер Петра Великого, около здания, где они работают. Территория эта за коллективом закреплена еще в прошлом веке, как и остальные 33 ведомственные площадки, которые также в субботник убирают сотрудники других госорганизаций. Меняться территориями чиновники не хотят, и в скорое завершение традиции, установленной еще пролетариями, они сегодня не верят. Как вы думаете, к 2025 году субботники исчезнут? В нашей стране нет. А к 40-му? Боюсь, что должно пройти лет 200, чтобы они исчезли. Но полагаю, что это будет вообще не умно и неразумно. Люди должны иметь возможность где-то бесплатно и безвозмездно, в общем-то, отдавать... Ну, какую-то дань, я не знаю, обществу, людям, живущим вокруг. Поэтому убираться и делать добро и хорошо вокруг себя, такая полезная привычка, должна оставаться в веках, мне кажется. Так или иначе, 95% вышедших сегодня на субботник граждан – это сотрудники трудовых коллективов ведомственных структур. К их числу относятся и школьники, которых организованно привлекли к уборке территории руководители учреждений. Добровольно вышли поработать только оставшиеся 5%. Это люди пенсионного возраста, воспитанные подобными мероприятиями на протяжении жизни, и небольшое количество трудоспособного населения, посчитавшее нужным внести свой вклад в благоустройство придомовой территории. Конечно, субботник в наше время может иметь и воспитательную цель, но зачастую те, кто мусорит, на субботник не ходят. А тогда сознательных граждан зачем воспитывать? Сегодня эту нестыковку понятий видят и на государственном уровне, но от бесплатного труда отказываться не спешат. Можно по-разному говорить, но, как вы знаете, да, в последнее время изменяется подход в сфере благоустройства, появляются новые программы, ставятся новые задачи на федеральном уровне. Все задачи направлены на то, чтобы объединять людей, вовлекать их жизнь в благоустройство, чтобы люди были вовлечены в процессы, к этому относились как-то по-особенному. Поэтому, безусловно, кто-то относится формально, кто-то относится для галочки. Но, тем не менее, есть определенная динамика. Действительно, может быть, стоит подумать, какой-то придать новый формат этому празднику. Ну, расскажите, чем угощать будете сегодня? Ну, как всегда, гречневая каша с тушенкой. Субботник в формате праздника давно проводит Сестрорецкий муниципалитет. По традиции, после работы участники Дня благоустройства угощаются здесь кашей из полевой кухни. И это хорошая идея, в свое время принятая на вооружение органами местного самоуправления. Сегодня при координации сестрорецких депутатов уборка происходит в сквере чернобыльцев с активным участием трудового коллектива завода «Хендей». Также совместно с Советом ветеранов муниципалы наводят в этот день порядок на территории вдоль водосливного канала на набережной строителей. Острой необходимости в такой уборке депутаты не видят, однако признают, что такой праздник труда хорошо прижился в нашем городе. С точки зрения именно самих субботников на сегодняшний момент, потребности вот такой явной в них сейчас не существует, потому что достаточно неплохо работает. Я говорю сейчас о Сестрорецке, конечно, достаточно неплохо работает служба, которая прибирает город, и вот такой вот потребности, что нужно где-то что-то доубирать, нет. Я думаю, что это традиция, которая заложена годами, и люди выходят сами, у них просто есть такое желание. Поэтому потребности именно, чтобы вот у нас был все время субботник, или по каким-то конкретным дням мы выводили, потому что не справляемся, и нужно убирать город, такого на сегодняшний момент не существует. В 2050-м исчезнут? В 2050-м, думаю, не исчезнут, потому что мы видим, выходят ветераны, передают традицию непосредственно нам, мы своим детям. Я думаю, что не исчезнет. 10. В Зеленогорске сегодня, как и везде, тоже выдавали инвентарь и убирали опавшую листву. В дне благоустройства при поддержке муниципального совета приняли участие жители, сотрудники бюджетных организаций и совет активной молодежи Зеленогорска. Вопросы про нужность сегодняшнего мероприятия тоже задавали, но ответ был получен однозначный.
Я даже не знаю, сколько, наверное, лет подряд мы вот не изменяем этой доброй традиции. А сейчас, как уже кто-то правильно подметил, это Белова Татьяна Геннадьевна, мы уже проводим субботники два раза в год. У нас уже становится традиционно весна и осень. Мы просим отменить законодательство. Так, не надо заниматься, понимаешь, тут провокациями. Иногда по жизни возникает много вопросов, для чего у нас существует очень большое количество подрядных организаций, которые должны ежедневно наводить порядок на закрепленных территории. Да, действительно, это так. Но уже в доброй традиции мы проводим субботники для того, чтобы в местах именно компактного проживания, у своего дома, у своего входа, у своей любимой дорожки или где-то еще, совместно со всеми навести порядок. Сколько раз нам можно убирать? Это какой-то кошмар. Подводя итог сегодняшнего материала, мы вновь вернулись в Сестрорецк. Крышу продовольственного магазина 15-го дома по улице Токарева мы уже показывали. Жильцы первого подъезда выкидывают мусор здесь прямо из окон. Поселившись однажды в общаге, эти граждане наш город так и не научились уважать, вырастив такое же поколение. Если гадят под собственными окнами, можно себе представить, что они себе позволяют на наших улицах. Так что на вопрос о нужности субботников пока однозначно ответить нельзя. Коммунальные службы убирают здесь два раза в месяц, однако постояльцы теперь вошли во вкус и из окон выкидывают бытовую технику. С собственниками пробовали разговаривать, развешивали объявления, беседовали о том, что нехорошо мусорить у себя под окнами, вы же здесь живете, но, к сожалению, данные наши разговоры не приводят никаким результатам. Очередной раз мы видим мусор, выбрасывают из окон, как вы видите, и цветы, и бутылки пластиковые, и вон даже печка валяется микроволновая, разобранная, разбитая. То есть вместо того, чтобы отнести данную печку к мусорнику, гораздо проще выбросить ее в окно. Не забывайте, что живете в культурном городе и ведите себя соответственно.